Дремучем, дремучем лесу. Чё, Саш, дальше? Смотри, там какие ёпты. Косы. К солнцу тянутся. Здесь мы прошли шильд. И что там стояло на нем? Хольцерек. Я смеюсь, Саша, говорю. Уехали подальше, подальше приехали. И тут на тебе шильд стоит, да? Просто-напросто моя фирма, где я работаю, раньше Хольцером называлась. Ага. И теперь ее уже как бы переименовали, но все равно все еще ее Хольцером называют. По старинке. Фу, Саш, я устала. Мы уехали от работы, а мы, оказывается, только за угол от него заехали. Да. Я иду, пыхчу, пыхчу. Саша говорит, да хватит пыхтеть уже, вниз сейчас пойдем. А потом говорит, нет, слушай, там дорожка опять вверх. Ой, ё-моё. А? Пыхти дальше. Пыхти дальше, ну. Ой. Так что, ребят, вы не представляете, камеру выключаю, знаете, как пыхчу потом. Тут, блин, двери все разбегаются сразу. Да не говорите. Меня слышно в нашем городе, наверное, как я смеюсь. Дети сидят, о, мама опять вандровый. Мама опять куда-то забирается, пыхтит и смеется, да? О, смотрите, по всей дорожке вот такие корни. Хотела сказать, а там хьюты, мы ее прошли. А там это, дровник. Дерево. Фу, Саша. Чего? Тяжко, тяжко. Тяжко. Когда уже нафиг все откроется? Кто откроется? Ой, вы упали. Кто откроется? Когда уже все откроется, чтобы по лесам не ходить? Нет, ты чего? По лесам-то интереснее. Дышишь, свежий воздух. Вот мы вот сегодня открыли кабрио сезон. Да. С открытым кабрио ехали. Угу. А то мы что-то выехали, сначала закрыто было, а потом съедут у всех открыто. Ну. А Света говорит, а что это мы закрытые? Ну-ка, открывай. Ну, а я Саше говорю, Саш, давай, кабрио, открывай. Блин, а я думал, мы тут налево пойдем. Пойдем. А что, прямо идти? Mm-hmm. Ты меня обрадовал в гору. Да, тут чуть-чуть вон, до верхушки горы. Что-то. Так вы знаете, что еще самое главное? Не знаю, как, где. Мотоциклисты у нас все ездят. Проезжают все, здороваются, руку поднимают. А сегодня едем, угу. Дедок на кабриолете, на Мерседес едет, хоп, тоже руку нам поднял. Угу. Я говорю, а тоже начали здороваться. Кумпель, угу. Кумпель. О, ребята, это нереально. Нет, это нереально. Хотите, я вас обрадую? Нам еще километров 11 идти. О, да? Километров 11 идти? Больше. Даже больше. Обалдеть! Обалдеть! Полтора. А что нам остается 13. Делать? 11. Только пыхтеть. Да ты даже пляж идешь. Плясать, пыхтеть и петь. Вот так. Со мной не соскучишься. С тобой тоже? Так, ляпнет что-нибудь, потом идти не могу. О, пол. Сейчас горки пойдем. Ой, как хорошо, ребят. Все. Ой, блин. Чуть-чуть, как классно. Потом смотрите, опять... какие сейчас... здесь. Не, сейчас из горки, сейчас прямо, а потом опять в горку. Ой, блин. Я не знаю, но мы забрались уже. Вы не представляете, все эти городки, деревушки, все вон там внизу. Ну, лес у нас зеленеет на глазах. Считайте, мы каждый раз в лесу ходим, смотрим, прям на глазах зеленеет. Ну вот, видите, ауски шильдят, стоят указатели. Нигде не потеряешься. Тяжко-тяжко, Саш. Не могу. Саш, спереди люди. Блин, Саш, отойди в сторону. Смотрите, по какой дорожке нам идти. Пипец. О, нора. Ку-ку. О,
кто там живет. Ой, как выскочит, как выпрыгнет. Ага, мама не покажется. Кто-то там, потом не кота. Обалдеть. Ух. Смотрите, спереди это дерево, да, упало, корнища-то торчат. Там берлога, как медведь. Вот медведя. Ну что, знакомиться будем? Да, я понимаю. Подружимся. Расскажем наш маршрут, куда мы держим. Слушай, тут же кто-то ушел спереди. Да. Ребят, смотрите, дерево. Вот это корнище. Смотрите. С землей прям вырвало все, блин. Такая дыра здесь. Ужас. Ужас, да? Угу. Это бывший либум, дерево. Слушай, здесь кто-то шел спереди. Ну, сейчас, сейчас, куда? Ну. Леший ходит. Кто-то шел и пропал. Вот так. Леший ходит. Ага. Обалдеть, да, где мы лезем? Саш, ну что я за тобой повторять буду? Пип-пип-пип. Дальше пошла. Ой. Представляете, такие корнища тут. Смотрите. Вот по ним мы забираемся. Пам-пам-пам. Вон, смотрите. Такая тропа здесь. Ну, протоптанная. Все равно ходят люди. Ой. Ding 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 bam 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 Итак, ребят, подвез меня Саша вот на эту остановку. Тут как раз дорога идет. Здесь как раз идет дорога. Выходим мы на какую-то дорогу, сами не знаем куда. Сюда, что ли? Видите, какая-то гора. Сколько деревьев побелили. Сегодня классно, конечно, было бы на мотоцикле покататься. Хоп, 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 хоп. Нифига себе, сколько у меня, да, энергии. Я так сейчас вёской отдохнула. Ой, я насмеялась, у меня живот болит. Смешно так получилось. Смотрите, лесок какой с ёлочек. Смотри, какие елочки прикольные. Свежие такие, молоденькие. Вот так. Ой. О, да. Ребят, смотрите, какие классные. И тоже влево-вправо только растут. Смотри, они не пушистые. Это такой этот... сорт, да? Саш. Все. А тут вот так, смотри. Это знаешь, как пальмы растут над океаном. Да. Помнишь, когда мы в Доминикане были? На которую я так залазил. Ты на нее залазил, а я снизу фоталась. А еще и сам в этих только в трусах себе все пузо надрал. Ну, а там пальмы такие, блин, об них так пораниться можно спокойно. Саша залазит, и я ему говорю, выше, выше, выше. Сыкотно. Сыкотно, ну. Это снизу кажется, она такая маленькая, когда кукуза залазишь, блин. А у нее еще ствол такой, да? Трухлявый. У него все пузо, потом все поцарапанное было. Залез. Вот это отпуск был. Самый крутой. Еще хочу когда-нибудь туда. Обязательно. Охота, охота. Единственное, что да, для меня перелет очень
тяжелый был. 11 часов без пересадки напрямую. Как на солнце жарко, да? Ну, смотрите, какие елочки. В елочку, рощевую елочку попали мы. Смотрите. О, на мотоцикла гоняют. Да. Прикольно. Смотрите, снизу дорога. А? Ну, пусти. Смотри, 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 бабочка какая желтая полетела. Красивая. У нас желтые же эти были, да? Как их называли? Капустницы? Капустницы? Они не зеленые разве были? Она такая же. Желто-зеленая, да? Ничего себе, что за уродливая тут? Такая елочка. Согнул ее кто-то? О, погнал на мотоцикле. Вот, смотрите, указатель. Идем по указателям. Не знаю, где мы выйдем. Может, где-нибудь в Оффенбурге. Но потом, если что, детям позвоним. Дети пусть нас заберут, если назад не сможем прийти. Ну, они нас отвезут в Гутах. Там кто-то припарковал, смотри. Ага. Смотрите. Такая дорожечка. Там машины стоят, да? Ну, сейчас погода вообще шикарная. Все люди. У народа гуляло. Обалдеть, целыми толпами. Ну, парковки все полные, все полные. И с детьми, и все-все-все, и вплоть до старичков все. Идут гулять. Видите, выходим на такую дорогу сейчас. На. Не, смотри. Просто картинка красивая получается, когда кто-то вот так вот выезжает. Особенно, когда да, мотоцикл да. ложит. Да. Красивая картинка. На этих поворотах, конечно, шикарно. Когда мотоциклисты едут вообще. Красиво смотреть. Но когда мы сами едем, мы же тоже так едем. Ну, а я Саше всегда говорю, Саша, отставай немножко, чтобы Апштан держал. Потому что, когда спереди нас мотоцикл едет, и он вот так ложится, мы же тоже за ним вот так ложимся. Мне потом жутко встает. Я его начинаю то по ноге стучать, то в микрофон. Саша! То каской по голове. Он уже все мои знаки знает. О, Света уже там. Я сыкотно пыхтит. Надо тормозить. Смотрите, прикольно. Где мы идем? Где нас сегодня только не носит? Ребят, слышите? Слышите? Птички поют. Саш, слышь? Ты подпеваешь? Молодец. Смотрите, пропасть там какая. Вау! Полетела. Крылья расправила. Неправильно приземлилась, да? Итак, выходим мы опять с лесу. Здесь проходит опять дорога. И здесь столько нарубленных деревьев. Это жесть. Сколько леса. Смотри, нарубили. А вот куда идет? Вот шильд. Не туда нам? Сюда. О, на квате катаются. Смотрите. Вот на такой пятачок мы сейчас вышли. Смотри, туда елки какие. Тут это по этой дороге, вот когда едешь, это вот эта дорога, это идет на Эльцах. И где-то есть место открытое, есть Шварцвальд внизу. Панорама. Может, нам выше туда еще подниматься потом? А что, нам сюда вниз идти? А я уже по привычке думала туда, куда самое высоко. Что-то мы вниз не привыкли идти. Все вверх, 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 вверх. Смотрите, сколько леса нарубили. Подписан, да, он у них весь. Вот. Здесь был Вася написан. БС. А, ВС. Вася. Ну. Дальше в погребах. В
Фогельбах. Мы туда идем? Смотрите, Фогельбах стоит. В переводе птичий ручеек. Угу, птичий ручеек. Слушайте, ну хорошо же, что тут километры не написано, а то у меня уже плохо стало. Мы даже еще половину не прошли. Смотрите вниз. Внизу. Где? А, точно вентилятор спереди. А слона-то я и не приметил. Ну, вот такая местность здесь. Смотрите. Шлагбаум-баум-баум. Где баум-баум-баум? Ага. Шлагбаум-баум-баум. А ножки, не хотят идти. Ну, сейчас веселее, да. Может, еще где-нибудь тачку найдем, Саш? Хочу покататься. Что, понравилось? Да. Да. С облаками. Смотрите. Давай. Смотри, там желтая бабочка какая была. Видите, Саша даже идет, пританцовывает. Не, погода вообще, да? Как летом. Мне сегодня стояло, чтобы 14, но сегодня все, наверное, 18-20 точно. Да. Потому что я иду в одной кофте, и он жарко. Жарко, очень жарко. И считаю, мы даже идем по лесу. А если с леса выйдешь, то еще теплее будет. Угу. Потому что с леса всегда прохлада идет. Паузу мы еще не делали. Не хотели, не хотим. Смотрите спереди. Смотри. Полянка, да, какая шикарная. Вот туда забраться. Ты не переживай, мы сейчас сразу заберемся. Да? Угу. Расстелить ковричек. А у нас ковричка нету, давай, ну, эти куртки. Нет, как бы еще и коврик с тобой нет. Когда со мной едет, идет, все надо забирать. Расстелим куртки. На куртке и романтично покушаем. У меня он такой холодильник, там килограмм 20. Ой-яй-яй. А где-то ручеек, слышь? Внизу вон бах. Фогельбах. Вот идем туда, ребят. Идем Фогель. Чик-чирик. Чик-чирик. Вместе фототься будем? Да. Давай. О! Если я не свалюсь, ребят, куда свет только не залезет. Итак. Подойдешь ко мне. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пики-пики-пики-пики-пики-пики. Бегом. Ля-ля-ля-ля. Пойдем, ля-ля. 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 Подожди. Ля-ля-ля. Ой. Данки. Ля-ля. Ля-ля. Смотри, здесь какое. Видал? Чего? Видимо, вот это все дождем, вот это все водой смывает. Ну, да. Ветерок прям прохладный, я тебе дам. А нам направо? Ребят, там такой домик стоит прикольненький. С такой крышей. О, смотри, сколько дров заготовили. Вон какой. Домик. А или нам туда? Пойдем к нему подойдем. Посмотрим. О, Саш, давай за трактор сяду. Саш. Да, это не трактор, это такой прицеп от трактора. Давай я туда залезу. Давай, залезу. Куда-нибудь залезу. Пам-пам-пам-пам. Па-пам. Па-пам. Ой, Саша, поехали! Саша, поехали! Хочешь со мной покататься? Смотри, какие тут рычаги. А что ты так? Они грязные, Саш. Вау. Вау, куда свет только не залезет. Пам-пам-пам. Пам-пам-пам.
Ребят, смотрите, куда мы зашли, дошли. Смотрите, как классно. Здесь. Вау, здесь грильница, Саша говорит. Вот она. Вау. О, ложится мне. Сейчас побегу, лягу. Ой! Ну давай с рюкзачком. Пам-пам-пам-пам. Пам-пам. Тебя не видно. Грязно, мокро. Капец полный. Ребят, смотрите, здесь двери такие.